Сегодня свой юбилей отмечает президент хоккейного клуба «Челны» Игорю Крюкову 55. У штурвала ледовой дружины «Автограда» он с 2006 года. За это время команда переживала как взлеты, так и падения. Был риск того, что набережные Челны останутся вообще без профессиональной команды. Она была на грани банкротства из-за отсутствия финансовой поддержки. Но Игорь Крюков, который всем сердцем любит хоккей, не допустил краха. Клуб не просто сохранили. В последующем команда взобралась на Олимп. Челны сыграли в молодежке, выступали в первенстве ВХЛ, а в этом сезоне стали победителями регулярного сезона. Это стало наивысшим достижением для хоккейного клуба «Автограда». И в этом также есть заслуга именинника.